сотрудники полиции оказали своевременную помощь водителю. Он остановился на контрольно-пропускном пункте. По информации ГИБДД Череповца, к инспекторам ДПС обратился 20-летний гражданин. Он двигался из Устюжны. Молодому человеку стало плохо в пути. Продолжать движение он не смог. Сотрудники ДПС вызвали скорую помощь, но через некоторое время состояние молодого человека ухудшилось. Инспекторы приняли решение транспортировать водителя в больницу самостоятельно. Как позже выяснилось, водитель страдает бронхиальной астмой. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. Сэкономить время не получится, если попадешь в аварию. Инспекторы ГИБДД просят водителей соблюдать правила дорожного движения, и в частности скоростной режим и дистанцию. Ежедневно фиксируются десятки аварий. О многих рассказывают очевидцы в социальных сетях, предупреждая водителей о заторах, ну и показывают, к чему может привести нестандартное поведение на проезжей части. Нарушение требований пожарной безопасности при использовании печи стало причиной пожара в деревне Сыворотки на Великоустюжского района. По данным МЧС, на улице Желтой загорелась одноэтажная баня. Сообщения о пострадавших нет. В Вологде полицейские провели профилактический рейд. В ходе мероприятия участковые проверили лиц, состоящих на различных видах учетов, а сотрудники ПДН посетили семьи, которые находятся в трудном социальном положении. В отношении 6 вологжан сотрудники органов внутренних дел составили административные материалы. Полицейские напомнили также о необходимости соблюдения ограничительных мероприятий, а также рассказали о профилактике дистанционных и социальных мошенничеств.